Сегодня 29 июня, день рождения моего отца. Игорь Барабаш в нашем участке здесь заезжает и вот крутит такие вот круги. Кто-то же придумал это, копнили. И чтобы разобрать в деревню, выехал в улицу, развернулся, заезжает на огород. Вот так. Попутно показать, что здесь есть. Это вот тестомес, за ним Грушковский дом. Ну а это моя балерина. Башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. А рядом Лабас. Вот. Приезжает туда. Участок маленький, совсем маленький тут. Вот я стою тут, тут 100 метров нету. Вот он разворачивается, набивает себе. Вот такое чудо придумали. Ну раньше-то что, вилы, грабли, а сейчас один. Горючее. Горючего нету и все. У нас тут теплица рядом. А это первое здание через земли. А тут склады по всяким разным нужным. А то скворечник наш. Я нахожусь сейчас.
оно рядом. Дальше уже строение газели. Подобрал. Это, наверное, ничего уже нету. Ну, один тюк, два тюка сделал. Два. А это вот огородчик наш. Это против балерины, а это против скворечника. Ну и вот он накрутил тут возле шарика. Шарикова конура. Вот она. И здесь. Вот он. Раз, два, три. Три. Четыре. Вот на огороде на этом четыре тюка. Да там два сделал. Ну и остатки утащил дальше.